Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет очередной интересный, думаю, обзорчик героя, который я вам показывал уже давным-давно, с прокачкой, с пактом. Но сегодня у нас будет еще круче, он прокачанный. Достал я победный выпад вчера. Это у нас будет Капитан Дрейк, такая вот сборка. Получается 9-9 порочный пакт, сам по себе наносит 190% урона. Рунами у нас стоит восьмая грубая, которая увеличивает дополнительно крит, а также увеличивает атаку. Помимо этого победный плюс 25 и плюс новый питомец, который увеличивает атаку на 105%. По сути, это просто сейчас будет жесть. Я уже показывал с восьмым пактом, да, он, конечно, там тоже раздавал налево-направо, но тут я даже не могу себе представить. Здания однозначно будут у него улетать, так как у него 12-й скилл. Он сам по себе 220% дает, 12 целей. Ну, в общем, все очень круто. Поехали сейчас в рейде. Конечно, нас сейчас в рейде будут сливать, потому что смотрители просто тупо шатают. Либо фрея, либо смотритель. Ну, попробуем. А, тут юниты. Ну, сейчас нас раздадут, думаю. Да, надо искать расту без юнитов. В общем, герой очень-очень интересный. Где его использовать? PvP локации для стана. Я уже много всего показывал. Так, ну попробую. Смотрим. Кого-то там он ушатал просто с плюшки. Сейчас мы посмотрим, кого. Но урод, как видите, просто... Смотритель плюс он сразу же минус Анубис. Вот как-то так. Сейчас мы магию возьмем. А где там моя магия? Ну, герой, конечно... Не особо топовый на сегодня, но, например, в лабиринт для PvP локации как забытая, он еще реально тащит. Так, что тут у нас? Вот, нормально. Кстати, нормальная раста. Сейчас посмотрим. Конечно, есть юниты. Видите, да, что панчбокс делает? Но посмотрите на его урон. Я офигею, ничего себе, там патчбокс раздает. Так, заблочили его, к сожалению. Ну все, убили. Ну посмотрите, какой урон, он просто тупо их шатает. Жесть. Так, ладно, сейчас найдем. Давайте пойдем на арену, на арене поинтереснее будет. Тут у нас натворение творится. Не знаю, кто-то хотел меня там убить, слить. Да, ну тут, конечно, сейчас не будет неинтересно. Ну, ладно, попробуем, может, кого-то найдем попроще. В общем, герой реально очень кайфовый в такой прокачке. Надо собирать его на максимальную атаку. Давайте тут, может. Ну, убей. Ну, такое себе. Ну, посмотрите на Асуру, это что он? А, это скорее всего... Смотритель столько снес. С сисовниками, конечно. Вот, Фрея просто стычки ушатала. Ладно. Поехали тестить там, где он будет более актуален. Вот, например, экспедиция. Тоже интересная вещь. Но тут вот как раз послабее. Но зато посмотрим урон его. Вот посмотрите, он просто тупо выносит здание с плюшки. Жесть. Два захода, три захода. Геть. Я не знаю, сколько у него урона, но реально под бафом
это просто жесть. Посмотрите на урон от пэта. Офигеть, он просто тупо шатает. 150 тысяч. Офигеть. Это реально жесть, ребят. Жестко. Я сам, честно говоря, в шоке от этого урона питомца. Посмотрите на... Он просто не добегает, там питомец все сносит, когда включен. Мне показалось, или там было 2 миллиона? Наверное, мне показалось, потом на повторе посмотрите и скажете, но это реально... До свидос. Обалдеть. Такого можно одного героя прокачать для бездоната в экспедиции. Просто себе ходить трешивать. Да, но питомец, конечно, блин, жесткий. Ну все, он слился. К сожалению. На минах. У нас отхила нет, но благодаря питомцу это просто жесть. Идем в забытую, посмотрим. У меня тут не особо топовые противники. Вроде как. Ща пират вас накажет. Что это такое, блин? Это просто, ребят, это просто жесть. Я не знаю, этого питомца поставить на того же самого черепа, это просто... Геть. Просто тупо соло шатанул. Ну, Фрей он не затащит. Давайте попробуем, может тут вторые эволюции будут. Не, к сожалению, нет. Сейчас просто... Вы это видели? Он убился об хранителя. Представьте, сколько у него урона. Сейчас мы посмотрим, сколько у него жизни. Он просто первого хранителя подражалку слился сразу же, причем моментально. Я в шоке, я не знаю, сколько там урона у него. Офигеть. Вот вам максимальный урон. Любая отражалка, герои просто улетают. Под 500к жизни он просто шатанул сам себя. Офигеть. Нуби Кеноби. О! Посмотрите, что он делает. Офигеть. Там просто тупо то, что ожили Анубис. Это жесть. Это однозначно жесть. Круто. Однозначно круто. Давайте, может, тут урона бы встретить. А, вот Лазуликс. Офигеть. Честно говоря, я, ребят, в шоке. Просто жесть. Я потом повтор сам пересмотрю с вами, но это просто жесть. Че он чудит? Это просто, блин. Я офигею. Такой урон. Ну тут понятно. Но посмотрите, он практически их сливает, что Махатма, что этот. Круто. Вот это действительно круто. Да уж.
Вот это так удивил. Так, ну все, тут попытки у нас кончились. Поехали еще его потестируем на подземках. Интересно посмотреть просто, что он тут сможет сделать. Единственное, наверное, надо ему отхил питомца поменять. Не хотелось бы, конечно, ну ладно, попробуем так. Посмотрите на этого пэта, это просто жесть. Сколько? 4 миллиона? По месси прилетает. Да ладно. Ребята, это просто жесть. Что это такое? Посмотрите, что он делает с этим питомцем. Офигеть. Да, ему только отхило немножко, да, и все. Да, это просто жесть, а не питомец. Я вам скажу, блин, такого питомца надо магера поставить. Если он на черепе включится, он просто все вокруг снесет. Это жесть. Ну вот я вот смотрю. Посмотрите на урон питомца. Офигеть. Жесть. Да уж. Вот вам, ребят, такой вот герой. Давайте еще попробуем здесь сбегаем. А, у меня тут нету ничего, жалко. Я тут иди на Нубис. Нуба, Нубис. Давайте Дрейка поставим, сейчас попробуем. Конечно, это жесть. Мне захотелось уже этого питомца на максималке потестить на каком-то PvP героя, таком нормальном, который включается. Это по сути черепа можно попробовать. Так. Что мы там делали? Уже вылетело, задумался на ком это тестить. Так, поехали сюда. Блин, Атлант не сдох. Да уж, ребят, что я могу вам сказать? Это просто шок. Блин, плохо, что нельзя выбрать героя. Смотрите на этот прикол. Уже типа можно выбирать сколько хочешь героев одинаковых. Жесть. Тупо ронины будут бегать себя. Чё это такое? Походу баг какой-то надо будет потестить или изменения, что-то их не помню. Это, конечно, смешно. Воины, которые просто тупо тащат все. Жесть. Они тут не посливаются.
Надеемся, что мы Дрейка сейчас вытащим отсюда. Обалденный герой, обалденный питомец получился у нас. Блин. Чинагут. О, отлично, смотрим. Я надеюсь. Да он шотит просто всех. Блин, там еще этот подлез. Ладно, попробуем. Хорошо, что он оставил. Офигеть, посмотрите на его урон. Урон Пэта. Это жесть, ребят. Это какой-то мега имбовый драйк у нас. В общем, вот так вот, ребят, такая вот сборка. Ну, что я могу вам сказать? Реально просто мега крутой герой получился. Блин, урона у него, конечно, немерено. Где использовать, я вам показал. Вы видели, что он может делать. Это просто, конечно, жесть. Может, сейчас тут получится посмотреть его урон. Тут, конечно, очень много юнитов. С одной стороны, это хорошо. С одной стороны, это плохо, но... Когда включается, его сейчас тут ушатают. Офигеть. Короче, ребят, блин, очень крутой герой получился с питомцем таким, но выносит он, конечно, жестко. Я в забытой, честно говоря, в шоке с того, что он может. Пишите комменты, кого вы хотите увидеть. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.